А теперь к ходу голосования в Алдане. О том, как проходят выборы в золотоносной провинции, рассказывает Руслан Павлов. Те 28 избирательных участков Алданского района открыли свои двери в 8 часов и начали работать с избирателями. В поселке Нижний Куранах 3 участка начали свою работу в 7 часов. Это было сделано для удобства работников золотодобывающей компании, которая работает в круглосуточном режиме. На этих выборах в Алданском районе зарегистрировано 29 324 избирателя. Досрочно проголосовали 2425 человек. Ну вот можно видеть, что избирательные участки уже начали свою работу. Несмотря на ранний час, избиратели уже потянулись за бюллетенями. Наблюдатели находятся на своих местах. Ну а в течение этого дня на избирательных участках выступят творческие коллективы, на концертных площадках выступят творческие коллективы, выступит в полдень государственный концертный оркестр республики. Ну и на одном из избирательных участков города Алдана, в частности номер 9, будет развернута казачья полевая кухня и будет организован казачий тир. Мы следим за ходом выборов.